марта 2011 года новое представительство, мы определялись один делегат от 64 партии на 19-ю партийную конференцию, избрано 71 делегат. В работе конференции принимает 68 делегатов или более двух третий от общего количества избранных. Согласно требованиям устава, партийная конференция правомочна. Есть предложение начать работу нашей конференции. Других предложений нет? Нет. Кто за то, чтобы начать работу 19-й конференции Дирачевской районной организации партии «Регионов», прошу голосовать. Кто против, воздержался, единогласно. Решение принято. Работу 19-й конференции Дирачевской районной организации партии «Регионов» объявляю открытой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Также приглашены принимать участие руководители организации, предприятия, учреждений района, участники активистской избирательной кампании 2010 года, редактор районной газеты «Вести Дагачевщины» Алексей Александр Васильевич, генеральный директор телерадиокомпании «Литон Макарук» Сергей Николаевич. Уважаемые делегаты, для работы конференции нам необходимо избрать рабочий орган, президиум, секретариата, мандатную комиссию. Слово для внесения предложения относительно состава президиума представляется Кокоренко Ингия Валерьевна. Кто за то, чтобы в состав президиума вошли предложенные члены партии Юлова, прошу голосовать. Кто против, воздержался или наоборот, решила президиума, прошу, пожалуйста, занять рабочие места. Сергей Васильевич.
Україною. Гушнарьов Роман Сергеевич. Близко Юрий Петрович. Стратегической государственной задачей строить новую страну.
Отмечу без преувеличения, центры культурных преобразований должны стать первичной организацией и в частности нашей Драчевская районная организация партии «Регион». Именно в первичках ведется наиболее активная партийная деятельность и закладывается фундамент планомерной работы уровня самоуправления, предприятий, организаций и учреждений района. Напомню, по состоянию на 2 марта 2011 года в Драчевском районе действует 53 первичных организаций партии «Регион», которых предоставлены профессиональные люди, имеющие заслуженный авторитет. При подготовке и проведении выборной кампании 2010 года мы достойно представили наших кандидатов избирателям района. Результат вам известен, мы об этом говорили в предыдущей выборной кампании, на предыдущих конференциях. В органах местного самоуправления в большинстве избраны, вы все это знаете, члены партии «Регион». Так что без иронии следует сказать, что все профессионалы находятся у нас. Кроме того, хочу подчеркнуть, что мы в настоящее время принимаем в этой партии регионов и тех, кто работал с предыдущей командой, а сегодня видит, что может реализовать себя, принести пользу району, находясь уже в наших рядах. Примеров на этот счет могу привести немало, а именно, в декабре 2010 года коллектив Драчевской гимназии номер 2 принял коллективное решение о вступлении в ряды партии регионов, все вы это помните. В результате 45 педагогов гимназии пополнили ряды нашей организации. Аналогичный пример имеет место по факту приема партии регионов работников Драчевского отделения почты. 49 работников почты в районе текущего года пополнили ряды партии регионов. Эти примеры, их можно продолжать и продолжать множество, свидетельствуют о росте авторитета партии регионов. Всего за 4 месяца после выборов количественный состав нашей партийной организации увеличился на 250 человек. Такая статистика свидетельствует о повышении нашего авторитета среди населения района. Учитывая рост рядов районной организации, укрепление кадрового потенциала, нужно с уверенностью ожидать, что результаты нашей с вами работы во всех сферах будут неуклонно расти. Не буду останавливаться на итогах работы за прошлый год. Мы с вами итоги подвели на всех уровнях, выработали программу социально-экономического развития. Тем более все мы были участниками этих мероприятий. Текущий 2011 год – это, безусловно, начало административной реформы, которая задумана как система. О реформах на протяжении всего периода независимости Украины говорили все президенты. А практические шаги по их реализации мы видим только в Петровиче Рукович. Причем административная реформа одна из сложных, инициирована не на местах, а из уст президента и первой структурой, которая подвергла серьезному реформированию, стал кабинет министра Украины. Это свидетельство того, что процесс необратим. После завершения реформирования центральных органов власти начнется новый этап реформирования власти на местах. И наша с вами цель – организовать уже реформированный аппарат и всю штатную численность наших рабочих органов таким образом, чтобы повысить эффективность их работы. Я уверен, что залог успеха не в количестве людей, а в качестве их труда. Исходя из этого, обращаюсь ко всем руководителям первичной партийных организаций, выборного актива района, постоянно и повсеместно проводить массово-разъяснительную работу о необходимости проведения реформ. В этом надо убедить каждого члена нашей партии и жителей нашего района, независимо даже от партийной принадлежности. Для этого прошу использовать партийное собрание, сессии, заседания с полковым местным центром, сходы гражданам, средства массовой информации. Организаторская и идеологическая работа первичной партийных организаций должна целенаправленно определять влияние на молодежь. Это та часть нашего общества, которой предстоит жить и работать в государстве серьезных перемен. В этой связи наше влияние на реформированное мировоззрение молодежи должно стать достаточно рисунок, если мы хотим ощутить наши стратегические планы реформы. Здесь стоит отметить, что Драчевская районная общественная молодежная организация «Молодые регионы Украины» является неотъемлемой частью нашей районной организации партии «Регион». Кроме того, деятельность нашей молодежной организации является, на мой взгляд, показательной. Приведу несколько примеров. 4-9 февраля текущего года прошли заседания Координационного совета молодежной организации «Молодые регионы», на котором утвержден план работы на первом полугодии, распределенные обязанности по направлению работы, намечены планы мероприятия организационного и идеологического
характера деятельности первичных молодежных организаций вообще в населенных пунктах района. Молодежь должна была сказать активно откликнулась в организацию проведения мероприятий, приуроченного Дню Святого Валентина, празднуют Дня защитника Отечества 8 марта. Я подчеркиваю, молодежь за нами пойдет. Наша заслуга поддержать их начинание, инициативы, стремление участвовать в решении государственных программ, по большому счету я удивительно прошу всех руководителей первичек лично заниматься организацией работы молодежной организации «Молодые регионы». Я думаю, что 2011 год будет определяющим для многих последующих десятилетий. Со слов президента Украины Виктора Федоровича Януковича понятно, что реформирование нашей жизни будет идти по 21 направлению. Фактически будут затронуты все стороны жизнедеятельности территориальных домов и приведутся в соответствии с современными требованиями и условиями интеграции в экономику государства. Существенную роль в работе по развитию социально-экономического развития в целом здоровой обстановки в нашем районе сегодня занимают депутатские фракции партии регионов. Буквально сразу после выборов 31 октября 2010 года в районе местного самоуправления усилили партийного актива района. В каждом совете созданы депутатские фракции. Их руководителями избраны достойные люди, для тех, которые подкреплен голосами избирателей. Назову только некоторых из них. Набежная Светлана Григорьевна, Сысоленко Виктор Трофимович, Пантелеева Татьяна Вячеславовна и многие-многие другие уважаемые люди. То, что партийные организации сегодня направили большое количество своих представителей в различные структуры исполнительной власти, в органы местного самоуправления и другие учреждения, накладывают на нас с вами большую ответственность. Поэтому обращаюсь ко всем делегатам, депутатам различных уровней, отнестись к своим депутатским обязанностям ответственно. Это значит, что повседневно мы заниматься должны выполнением поручений избирателей. Всяких поручений, которые отражены в наших планах перспективных. То есть, то, что мы с вами пообещали, мы должны выполнить. И отсюда главная практическая работа каждого из нас по их выполнению, безусловно, и жесткий контроль. Я могу уже сегодня положительно отметить результаты работы, проведенной депутатским активом района в поселках Слатино, Казачий Лополь, Малая Данилов, Солоницевки. Подводя итоги нашей работы, за очень короткое время после выборов вместо органа самоуправления можно с уверенностью заявить с этой трибуны, что наша стратегия верна, имеет поддержку у людей. Пусть сегодня не все жители района почувствовали свежесть перемен, нелегкое пока время. Главное, чтобы они были необратимы. Партия региона не ставит перед собой цель удержаться власти любой ценой. Она не строит власть, а по инициативе президента Михаила Викторовича Януковича мы строим новую страну. В связи с этим считаю, что в масштабах района самый надежный помощник наших депутатов является районная партийная организация и ее общественная приема. В офисе нашей районной организации партии региона созданы все условия для приема граждан. Я думаю, все в этом убедились. Но не об этом сегодня пойдет разговор. Главная наша задача – это качественный подход к проблемам граждан, с которыми они идут к нам. Не о том заявление избирателей должно быть упущено депутатами. Скажу без преувеличения, результат приема граждан – это наше лицо. Безусловно, заявление граждан порой задержит очень глубокий анализ расчета нашего системы исполнительной власти, прежде всего, административных органов. Поэтому подход к рассмотрению заявлений должен быть эффективным, ответственным и отвечать требованиям сегодняшнего дня и закону Украины. Разрабатывая перспективы социально-экономического развития на этот год, мы понимали, что решение серьезных вопросов невозможно без финансовой поддержки областного бюджета. Мы с вами уже обсуждали, какая будет оказана помощь областного бюджета. Это строительство поликлиник. Это капитальный ремонт дорог. Я не ставлю перед собой целью перечислять то, что мы планируем делать, неоднократно уже обсуждали. Мы с вами знаем, что делать, как делать и будем делать. Важно, чтобы для каждого населенного пункта было сделано социально значимое, пусть одно, но конкретное дело.
Мне очень по душе подход в этом плане пресечанской первичной партийной организации. Не разговаривай, это дело. Через максимум месяц мы поступим к строительству детского зала. Какое тяжелое время. Вот это и есть показатель отношения к работе члена партии Левого Ивана Владимировича. А в Безруковском сельском совете разве не заслуживает похвалы член нашей партии Шабалдаса Николай Иванович, который и детский сад достраиваем, и амбулаторию реформируем. Вот это только два примера привел конкретных дел нашим руководителям, членам партии регионов. На уровне Решевского района в этом году мы поставили перед собой серьезные программные цели. Знаем, как их решать, чтобы жители Решевского района почувствовали на практике, что мы способны в это непростое время решать важные социально значимые вопросы. Уважаемые делегаты, на 18-й Решевского района партийной организации мы говорили о значимости подписки на областную партийную организацию «Время регионов приключений». Об этом источнике информировали население о состоянии дел в партийных организациях и о важном экономическом звене в нашей совместной работе. Повторюсь, в районе подписано 2812 экземпляров областной партийной газеты. Практически газету читает каждый член Ярошевского района организации партии «Время». Без сомнения, это результат нашей с вами работы. Но в целом по району подписано осуществляемости периода текущего года в таком количестве. На год подписано 1905 экземпляров, на полугодие 390 экземпляров, на первый квартал 513. То есть вот эти 800 экземпляров, кто-то еще в квартире не подписал до конца года, прошу председателя публичной партийной организации обратить на это внимание, безусловно, в ближайшее время устранить. Потому что в апреле месяце мы будем уже по-другому говорить на заседании Совета Федерации Народной партии регионов на эффективность, кто-то не выполнит наши рекомендации областной партийной организации. Уважаемые делегаты, уважаемые участники конференции, в заключение решите пожелать всем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, целеустремленности, терпения и, конечно, оптимизма в работе. Спасибо за внимание. Уважаемые делегации, с уважением вопросом о новорождительной форме у секретаря. Есть желающие выступить? Есть предложение слова на сайте Ленин Петровне Ильич. Это та партия, которая действительно все делает возможное для того, чтобы
наша Украина, наше государство занимало достойное место в мировом масштабе. Избиратели выбрали самых достойных кандидатов, тех, которые последовательно и настойчиво смогут защищать интересы региональной общины. Могут быть готовы к содержательному сотрудничеству с центральными местными органами и государственной власти. Прошедшие выборы стали важным шагом по развитию демократии в Украине. Никогда еще наша партия регионов не уделяла такого пристального и особого внимания проведению местных выборов. Вы все знаете, вы были участниками избирательного процесса, и вы все знаете, как тщательно мы подбирали людей, которые будут сегодня, которые уже сегодня работают во власти. Тяжело будет сегодня работать, конечно, но с учетом того, что лидер наших, отчетный лидер нашей партии, президент Украины Виктор Федорович Янукович поставил действительно серьезные задачи. В этом году мы должны реализовать более 20 реформ. Но ваша партийная организация показала, что это вам по плечу, что вы с любыми вопросами, поставленными руками, вы справитесь достойно. Хотя, повторяю еще раз, будет очень-очень сложно. К сожалению, еще наши избиратели, наши жители не готовы вот к тем шагам, которые сегодня предпринимают партии региона. Дело в том, что наша задача именно сейчас, я об этом говорю на прошедшей конференции областной Николай Маркович Бровкин, наша задача с вами информировать людей, разъяснять им суть и цель тех реформ, которые мы сегодня реализуем. Потому что именно незнание людей, именно неумение прочитать, увидеть, что за этим следует, и вызывает недовольство в обществе. Партия региона взяла на себя ответственную задачу привести народ Украины к достойной жизни. И это мы должны сделать с вами. Большая задача возлагается на компании первичной партийной организации, на партийные группы внутри первичных партийных организаций, которые должны вести вот эту большую разъяснительную работу через среди жителей, в данном случае Дергачевского района. Необходимо повысить требовательность и ответственность за реализацию законов, принятых общенациональных программ и проектов, независимо от политической ориентации органов самоуправления и его руководителя. Дискуссии и остаток на своих взглядах могут проходить на уровне обсуждения, отработки проектов, что должна проявлять себя оппозиция. Но после того, как они приняты, утверждены, вся вертикаль власти должна работать над реализацией принятого. На этом этапе оппозиционность во власти непозволительна, центральная власть должна пресекать такие проявления. Мы же все знаем, что не 100% у нас возглавляют и местное самоуправление представители партии региона. Повторяю еще раз, партия региона взяла на себя ответственность за реализацию реформ. Партия региона взяла на себя ответственность перед народом Украины. Поэтому все, что делает партия региона, значит, и если в руководстве стоит постсовета, сельсовета, член партии региона, то здесь особую роль должна сыграть первичная партийная организация. Да, ее задача. Значит, я хочу остановиться сегодня в зале. Я вижу очень много молодых людей. Владимир Михайлович в своем докладе остановился на тех задачах, которые сегодня стоят перед молодежными организациями, перед молодежным крылом партии регионов. Сегодня действительно мы уделяем особое внимание работе с молодежью. Значит, сегодня у вас проводится внутри молодежной организации, проводится перерегистрация с переименованием вашей организации во всеукраинскую молодежную общественную организацию «Молодые регионы». Значит, в связи с этим большая организаторская работа должна быть в молодежных организациях проходить. Нужно усовершенствовать структуру, систематизировать работу молодежных организаций, создать молодежные ячейки, создать электронную базу учета членов молодежных организаций. К сожалению, вот эта работа у нас в масштабах Харьковской области поставлена очень и очень плохо. Поэтому сейчас руководители
областной организации «Молодые регионы» встречаться в районных организациях и проводить эту работу. Мы сегодня должны знать каждого члена молодежной организации, каждому дать партийное поручение и нацелить его на работу, именно совместную работу с партийной организацией. Особое внимание, как и всегда, мы уделяем работе первичных партийных организаций. Значит, мы сейчас проводим работу по созданию первичных партийных организаций, партийных групп. Там, где первичная организация насчитывает более 50 членов организации, значит, имеет смысл создавать такие партийные группы, потому что управлять уже коллективом 100 человек уже сложно. И не оперативно будет проводиться работа. Вот эта задача стоит перед районной партийной организацией. После 23 марта в Киеве состоятся национальные сборы депутатов всех уровней с участием председателей сельских поселковых городских советов, с участием президента Украины. 9 апреля состоится съезд, 13-й съезд партии регионов. И после этих мероприятий мы обязательно проведем третий слет руководителей первичных партийных организаций Харьковской области. Это будет в оперном театре. И здесь Михаил Маркович готовит, мы сегодня готовим с Михаилом Марковичем именно программу по работе первичных партийных организаций в сегодняшних условиях. И еще один момент, на котором я хотела бы остановиться, это депутатский корпус. Мы всем руководителям районных партийных организаций городских рекомендовали обязательно ознакомить депутатский корпус, начиная от сельского совета, поселкового, районного совета, значит, со статьей заместителя председателя нашей партии Рыбака Владимира Васильевича. Новый депутатский корпус. Почитайте, пожалуйста, в нашей газете эта статья опубликована. Почитайте, пожалуйста, депутаты. Внимательно ознакомьтесь с каждым предложением, с каждым пунктом вот этой статьи. Там действительно четко рассказано, как сегодня должен депутат работать у себя на округе. Ни в коем случае мы не должны говорить о том, ах, эта проблема неподъемна, ее решить невозможно. Я хочу сказать, на уровне села, поселка незначительные финансовые вложения, а иной раз даже не финансовые, а просто душевное тепло по отношению к избирателю, желание помочь человеку решает больше, чем какие-то деньги и финансовые вложения. Поэтому, пожалуйста, везде должны быть организованы депутатские приемы. Раз в месяц депутат это минимум должен проводить прием. Обязательно четко избиратель должен знать, когда бывает на месте и проводит прием избирателя, то есть четкое оповещение. Кроме этого, я вам хочу сказать следующее. Большую роль мы отводим руководителям фракций. Если раньше на сельских поселковых советах фракции, как правило, не существовало партии регионов, то сегодня мы уже даже об этом не говорим. Это должно быть. Значит, как только мы проведем, даже на следующей неделе мы собираемся провести совет руководителей фракций районных городских советов. Поэтому в четверг, в пятницу мы такое мероприятие проведем в нашем партийном офисе и расскажем о том, как нужно работать в составе совета. Ведь, понимаете, представители оппозиции, они же очень пристально смотрят на нас. Чем отличаемся мы сегодня от них? Слаженной работой, системной работой, высокой организованностью. И вот я вам хочу сказать, если мы раньше проводили заседания фракции в областном совете перед сессией, обсуждая уже вопросы по итогам обсуждения в постоянных комиссиях, то сегодня мы увидели, что этого недостаточно. Как только поступило распоряжение председателя совета о назначении сессии, о дне проведения сессии, необходимо провести заседание фракции. Потому что чего греха таить? У нас иной раз на заседаниях постоянных комиссий представители партии регионов
вступает в конфликт с представителями администрации, значит, выясняют отношения к присутствию нашей оппозиции. Этого не должно быть. То есть мы должны у себя внутри фракции определить позицию по рассматриваемым вопросам, затем принести ее в постоянные комиссии, и по итогам проведения заседания постоянной комиссии мы должны уже выйти на сессию как единое целое. Ругаться, спорить, доказывать руководителям управления, департаментов, отделов мы можем внутри фракции, а на сессию мы выходим уже своей командой, которая определила позицию, которая определила пути и аргументированно может свою позицию отстаивать на сессии. Можно еще о многом говорить, о многих аспектах работы областной партийной организации, районной партийной организации. Но я хочу сказать следующее, что у нас еще впереди и съезд, и сборы национальные, и после по итогам работы съезда мы, конечно, все проведем конференции, подведем итоги, определим свои задачи местные, будет о чем поговорить. В заключение я просто хочу вам сказать. Я уверена, что Дергачевская районная партийная организация способна решить те задачи, которые сегодня стоят перед вами. И эту уверенность я передам руководителю областной партийной организации. И хочу сказать в заключение следующее. Я как депутат областного совета закреплена за вашим районом. Я являюсь первым заместителем руководителя председателя областного совета. Поэтому используйте меня, пожалуйста, на полную силу. И я всегда с радостью вам буду помогать. Спасибо. Вирішили. Перше визнати
повноважень 68 повноважень 19 конференції Всеукраїнської регіоналізації партії «Турбо». Відповідно до вимог статуту партії регіону, виважень 19 конференції Всеукраїнської регіоналізації партії «Турбо» повноважень вирішувати питання, внесено в порядку денного конференції. Третє. Просити делегатів 19 конференції Всеукраїнської регіоналізації партії «Турбо» затвердити протокол номер 2 мандатної комісії. Голосували за. Три проти немає, проти нас немає. Голова мандатної комісії призначується, секретар мандатної комісії Юрченка, член мандатної комісії Волод. Предлагаю замінити протокол номер 2, зустрічаю мандатної комісії. Хто за це голосував? Хто проти? Обіжався. Понімається. Женя прийняв. Спасибо, Стасій. Переходимо до питання второго вопроса повестки. В исполнении требований закона України о выборах сегодня нам необходимо провести выдвижение кандидата в депутаты по одномандатному округу номер 15 Франковского сельского совета, в котором, согласно статье 81, возникла необходимость провести промежуточные выборы в связи с досрочным прекращением полномочий депутата. Кроме того, в соответствии с требованием закона о проведении выборах, мы дали информацию в Генеральной избирательной комиссии Франковского сельского совета о проведении 19-й конференции для Чувского района партийной организации по вопросу выдвижения. У них нам какие вопросы были приняты к сведению и принято соответствующее решение. Слово для внесения предложения по выдвижению кандидата в депутаты Франковского сельского совета по одномандатному округу номер 15 представляется Михаилу Владимировичу Дубневскому. Прошу, пожалуйста. Уважаемые депутаты, 10 апреля этого года состоятся промежуточные местные выборы по мандатам мажоритарного округа номер 15 по Франковского сельского совета вместо депутата, которого будет досрочно. Я предлагаю на ваше рассмотрение кандидатуру Селькова Александра Григоровича, 67-го года рождения, член партии регионов, готов своим трудом помочь команде Франковского сельского совета и достойно предоставить партию регионов депутатской корпусе нашего совета. Прошу поздравить. Есть вопросы к Михаилу Владимировичу. Скажите, пожалуйста, а Александр Григорович, тут, пожалуйста. Какие вопросы к Александру Ивановичу Селькову? Поступило предложение проголосовать. Кто за то, чтобы утвердить кандидату в депутаты Франковского сельского совета по одномандатному округу номер 15 Александра Ивановича Селькова? Что за? Кто за? Кто против? Воздержался. Спасибо. Ну что, желаем удачи, успехов и плодотворной работы по организации проведения выборов, по проведению выборов и потом по работе на депутата. Спасибо. Переходим к следующему вопросу повестки дня. О выдвижении кандидатов в депутаты, делегаты 13-го съезда партии регионов Украины по Тихачевской районной партии регионов. Слово для предложения прошу, пожалуйста, однопозванную Галине Федоровне. Пожалуйста. Уважаемые делегаты, есть вопросы, есть другие предложения. Как будем голосовать? Списком. Кто за то, чтобы утвердить кандидатов в делегаты съезда партии регионов, прошу голосовать. Кто против? Воздержался. Решение принято. Переходим к следующему вопросу. Об избрании состава Совета Тихачевского районной организации партии «Регион». Слово предоставляется Гнездой Светлане Григорьевне. Фракциями партии «Регион» на руководство самоуправления, члены совета. Лазарь
Иванович, Великанова Анатолий Петрович, Бутенко Валентина Сергеевна, Гурали Владимирович, Домнич Александр Васильевич, Дончакин Юрий Юрьевич, Затворенко Вячеслав Валентинович, Калашник Александр Михайлович, Калюжный Петр Иванович, Конин Александр Александрович, Кучеренко Светлана Николаевна, Лисицкий Александр Васильевич, Литвинов Алексей Иванович, Малинина Татьяна Васильевна, Марикина Оксана Леонидовна, Сестаренко Виктор Трофимович, Стриран Иван Владимирович, Ткаченко Стефан Алексеевич, Сагаренко Ирина Валерьевна, Цимбал Сергей Николаевич, Шаповка Николай Иванович и Шабатько Василий Иванович. Есть ли у делегатов вопросы? Другие предложения? Давай голосовать. Как голосовать? Списком? Кто за то, чтобы избрать состав Совета Грачевского района Рекации партии ИОНУ, в таком составе, как было зачитано Светлана Иона, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Принимается. Спасибо. Переходим к рассмотрению следующего вопроса. Об изменении состава исполкома Грачевского района Рекации партии ИОНУ. Слово представляется Юрченко Андрей Васильевич. Уважаемые делегации, конференция призывает в составе исполкома Грачевского района Рекации партии ИОНУ ввести следующие товарищи. Казума Владимир Николаевич, председатель Грачевского района Рекации партии ИОНУ, заместитель Мушев Николай Иванович, первый заместитель председателя исполкома, Завтомник Вячеслав Викторович, заместитель председателя исполкома по работе с органами местного самоуправления и молодежными организациями. Буханин Анатолий Николаевич, заместитель председателя исполкома по экономической работе. Юрченко Анатолий Васильевич, заместитель председателя исполкома по организационно-партийной работе. Дорогой Светлана Григорьевна, заместитель председателя исполкома по взаимодействию с депутатскими фракциями партии регионов, органов местного самоуправления и члены исполкома. Лазарев Геннадий Юрьевич, Кривенко Петр Андреевич, Титов Дмитрий Николаевич, Буденко Валентина Сергеевна, Дончак Дмитрий Юрьевич, Калашников Александр Михайлович, Кучеренко Светлана Николаевна, Викторенко Виктор Трофимович, Маринкина Оксана Леонидовна, Малинина Татьяна Васильевна и Белов Владимир Николаевич. Есть у делегатов вопросы, предложения? Предлагаю голосовать списком. Нет возражений? Кто за то, чтобы избрать состав исполкома Грачевского района Рекации партии ИОНУ, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержался. Решение принято. Уважаемые делегаты, повестка дня первого этапа 19-й конференции Грачевского района партийной организации рассмотрена. В связи с тем, что будет в апреле текущего года съезд партии региона Украины, и нам необходимо будет собираться еще на конференцию, рассматривая вопросы, задачи, ставить по выполнению требований, выставленных на Международном съезде. Есть предложение конференцию не закрывать. Нет предложений? Спасибо. Прошу Владимира Михайловича от имени участников делегации. Михаил Владимирович, разное будет, я буду главное. Уважаемая Елена Петровна, я по поручению делегатов нашей конференции, приглашенных, хочу вручить вам цветы. Знак огромного уважения, знак внимания к нашему району, за ваше терпение, за ваши такие абсолютно правильные позиции. От имени президиума конференции и всей благодарю вас за активное участие и конструктивную работу. Я объявляю перерыв. Спасибо, до встречи. Україна, хай не кричить, ми будемо.
Благодарю.